электросетях. Мне просто интересно. Это же, наверное, у вас заходит по бюджету. Нет, это понятно, что вы не можете. Ну, мы уже подключены, мы уже переживаем. Да. Нет, это нас касается, вы-то уже за квартиры заплатили. Да. Это новых объектов. Ну, это может опосредованно и нас касаться. Если не читал, в этом самой текущей строке и газ для этих поднимается уже для предприятий. У нас это может, не знаю, может коснуться в плане тарифов. Если это будет. Не, ну платежки это уже такое. Как бы мы с вами пришли не обсуждать платежки, это уже наши будет. Просто как бы. Ну и просьба от нас, как-то проинструктируйте своих менеджеров отдела продаж. Не знаю, лучше ничего не скажу, чем когда. Не, ну, они тоже должны что-то, наверное, говорить. Ну, наверное, нет, да. Есть, ну, что-то нормальное. На сайте важно, там есть либерел их сильно, не можешь их вынуть, что с рыбу говорить. Ну, наберите, там есть какие-то там маркетинги. Ну, я не возьму еще раз наберет. Вы знаете, у нас даже был смешной и курьезный случай, кстати, про отдел продаж, когда мы позвонили, да, и наши там соседки будущие сказали, что вот сертификат получен, копию вы можете получить на Обуховской. Вот Андрей приезжает на Обуховскую, а его там встречают с вот такими глазами. Да, и вы еще 16 числа подали. Ну, на сертификат документов. Мне тоже говорили, что сертификат да, есть. Ждем да, оригинал. Что мы уже знаем, да. Что он есть, но мы сейчас вот со дня на день ждем оригинал. Возможно, раз просто до 16 числа будет клуб не работать. Мы не звонили к вам до 16 числа. Это все в интервале после 16 и вот до этого срока. Что-то перепутали. Если бы нам сказали, что документы не подали, мы бы пришли уже на встречу к вам и с вами разговаривали. А девчата меня не сказала. А перед Новым роком я їм, звісно, дав інформацію, що я подаю документи на сертифікат. Тут дівчата предположили раз до Нового року. Ну, понятно, да, но все равно это лицо вашей компании и как бы... Мне, честно говоря, мне абсолютно все равно, что они там будут отвечать. Я уже понимаю, кому идти спрашивать, но для вашей компании это минус, потому что очень много недовольных инвесторов, которые, ну... Возникает масса недоверия, то есть из-за этого. Ну, все бывает. Ну бывает все, да. Ну, может, вы понимаете, две недели они не могли. Может, девочки о любви думали. Были и мальчики, они тоже о любви думали. И мальчики думали о любви. Да что ж такое? У всех морозы в Киевгор строя любовь. Да. Просто факт еще, это по-моему спица получилось. Там еще не вообще по сравнению с нашим университетом. Ну, если им его выдали. На сайте не было. Так я тоже знаю, что на сайте не было, я смотрела. Если мы заходим в экспертизу, мы нашли, по-моему, отказ. Если мы распечатываем, приходят ответ. Ну, я стране такие не было. Подашь полковник, надо робить ответ. Еще вопрос, то есть официально отказ был от сертификата или нет? Да нет, там, наверное, официально. Ну, как я должна быть. Зачем? Да. Не, ну я просто. Я смотрела, его не было, просто я должна уточнить. Контакт ваш запишем. Оля, дай вам контакт. Телефонуйте, я вам что знаю. Не, ну мы собрали. Будет желание недели через три на объект, пожалуйста. И там Олег Витальевич проводит нарады. Подъезжайте. В понедельник 12:30. 12:30. Только не через неделю, недели через три хоть, чтобы что-то ну, было. Да. Но если мы сильно соскучимся, мы приедем. Да, без проблем. Хорошо. Приезжайте. Пожалуйста. А это в 12 в понедельник.